было очень радостно увидеть Олега. Я представляла, конечно, себе картину хуже, чем я увидела на самом деле, но все равно страшно. Могу сказать, что Олег очень сильно постарел с того момента, как я его видела последний раз, а это было еще в Ростове-на-Дону. Морщины прям достаточно глубокие. Очень сильно похудел. За время голодовки он потерял 15 килограммов уже. Сейчас он весит 75 при росте 190 и продолжает терять вес. Ни о каком прекращении голодовки он и речи идти не может. Он не остановится, это 100%. И он очень благодарен людям, которые устраивают эти акции, поднимают вопрос. Он прекрасно понимает, что без этих людей достучаться до политиков невозможно. Очень расстроен, что внимание сосредоточено опять же вокруг него. И просит, чтобы больше внимания, больше времени уделяли другим политзаключенным, за которых он бьется. В первую очередь Олега, конечно, интересуют дети. Надавал мне кучу заданий, что делать, как их развлекать. Мы долго стояли вот так вот ладонями, долго перемахивались фирменным знаком. Уходить было оттуда тяжело.